Семена петунии грандифлора лимбуджи перат пикати, лимбоуга перат пикати, к июлю прорастут и покроются многочисленными, красивыми бутонами. В период цветения невысокий, 20 см, аккуратный кустик становится похож на роскошный букет. Однолетник прост в выращивании, любит плодородные почвы, легкий грунт. Развивается быстро, особенно на солнечных местах. Цветет долго, с середины лета до осенних заморозков. Бутоны крупные, около 10-12 см в диаметре, ярко-бардовые с широкой белой каймой по краям. Особенно хороши в плотных групповых посадках, создают яркий акцент на клумбе. Петуния грандифлора лимбуджи перат пикати – это однолетнее растение высотой 20 см. Петуния прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Тип роста этого симпатичного растения – низкорослый. В качестве места выращивания петунии прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает петуния грандифлора лимбуджи перат пикати в месяц июль, май, июнь, август, сентябрь, октябрь. Цветок окрашен в красный цвет. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.